Спасибо большое. Скажите, а что это за связь с Творцом, когда он облачается? И вот двухсторонняя связь, в чем она? Я начинаю понимать внутри себя, с моим внутренним голосом, в котором говорит Творец, что он хочет передать мне. Ну, допустим, это похоже для меня, как я смотрю сейчас на кого-то, допустим, на Моше, и он видит, что я смотрю на него. И в моем взгляде он понимает, что я на самом деле хотел бы сказать ему. Это что-то такое. Еще. На Моше как-то вы же его видите рядом, и то есть он может сказать, можно услышать, а что ты видишь в Творце, и что он тебе говорит, и как? Я не вижу Творца. Его образ, конечно, нет. У него нет образа. Я чувствую, что выходит от него ко мне, и как это облачается в меня, и как это работает, как мой внутренний голос. Как мой внутренний голос. Я не говорю, что это должно произойти еще через какое-то число лет. Я говорю, что это должно произойти в ближайшее время. Об этом я говорю. Конечно, потом эта связь улучшится во многом.